Приветствую вас, дорогие друзья! И сегодня, ввиду того, что очень большой спрос на расклады любовных треугольников, я решила общий расклад сделать именно по любовному треугольнику, для того, чтобы вы знали, как это выглядит. Этот расклад будет называться «Гранд Табло», и данный вариант предназначен для женщин о том, чтобы узнать о чувствах мужчины к ней и к сопернице. Неважно, кто из вас тайная женщина, кто из вас жена, кто не жена. Да, здесь принципы морали абсолютно я не рассматриваю. Мы просто смотрим о том, чтобы вы знали свою конкурентность по отношению к сопернице. Итак, смотрите, объясняю. Вы у меня будете вот такой прекрасной картой «Дама». Соперница будет картой «Змея». Соперницы всегда выходят. То есть задаем задание колоде. Обозначаем героев. Это ваш мужчина, на которого вы смотрите. Напоминаю, расклад общий. Личный такой вы можете заказать, обратившись ко мне в WhatsApp, Viber, Telegram, в личку. Через сообщение. Итак, задаем колоде вопрос. Истинные чувства и намерения загаданного мужчины на ближайшие 6 месяцев к вам, девочки, кто меня смотрит, и к вашей сопернице. Истинные чувства и намерения загаданного мужчины по карте мужчина к вам, девочки, кто меня смотрит, по карте дама, и к вашей сопернице по карте змея ближайшие 6 месяцев. Можете свой период загадать, какой вам комфортно. Истинные чувства и намерения мужчины, карта мужчина, к тем девочкам, которые меня смотрят, карта дама, и к сопернице по карте змея на ближайшие 6 месяцев. Делаем преддиагностику, ищем карты героев. И смотрим энергии данного периода времени, кто в каких энергиях находится сейчас. То есть ищем мужчину, женщину, змею. А вышли вы, смотрите, как интересно. А вышли вы, а за спиной у вас решение, ключ, и следом мужчина, и у мужчины за спиной карта клевер. А разговор о том, что вы оба надеетесь к счастливому исходу данной ситуации, да, к тому, что ситуация разрешится благоприятно. Каждый надеется на успех в этих отношениях. И вы тут, вот по карте дама, да, у вас спиной ключ, решили идти до конца. Выпадает змея. Смотрите, как тоже интересно карты показывают. Она, с одной стороны, у нее карта медведь, с другой стороны, карта гора. То есть эта женщина имеет очень большой вес в виде преграды между вами. Да? Видите, она прям вот так вот между вами и ложится. То есть вот такие вот энергии данного периода времени. А сам расклад будет впереди, и мы будем смотреть именно о его чувствах к ней и к вам. Итак, смотрите, по карте змея тут, знаете, хочу сказать, что женщина тоже, соперница тоже не просто имеет серьезный вес в отношениях с ним, но она еще и знает об этом и очень уверена в себе. Вкладываем все карты в колоду. Вкладываем все в колоду. Задаем еще раз вопрос. И будем раскладывать. Итак, истинные чувства и намерения загаданного мужчины. Карта мужчина к вам. Кто меня смотрит, девочки, карта женщина. И к сопернице по карте змея на ближайшие 6 месяцев. Первая карта в большом раскладе очень важна. Она задает тон всему раскладу. Опс, так, мне теперь надо, чтобы вы меня все видели. И первой карты выходит соперница. По всей вероятности, она будет главную роль играть во всей этой ситуации в загаданный период в 6 месяцев.
Смотрите, у нее и солнце рядом, и медведь. У каждой карты есть свой номер, это ее дом. И таким образом идет трактовка. Эта женщина является женой. Ну вот, по крайней мере, по моему раскладу. Так вот, мне надо, чтобы вы у меня все видели. Угу. То, что большой расклад занимает много места, довольно глубокий. Напоминаю, вы можете заказать по своей ситуации такой серьезный расклад. Она является женой. Видите, седьмая карта. Это седьмой дом, да, змеи. И мы считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В ее доме кольцо. Она является женой. В данной ситуации, в данном раскладе. Является женой. И старается все сделать. Параллель заканчивается картой дом, да, в которой она находится. Все сделать для своего дома в лучшем виде. Я вам хочу сказать по этому раскладу уже, из того, что вышла женщина не просто хозяйка положения змея, она еще, ну, в душе она глубоко одинокий человек, много работает, дабы заглушить какие-то чувства одиночества, которые она испытывает вот в этом союзе. Карта любовного треугольника, карта птиц. Она не знает о вашем существовании. В доме крыс находится. И мужчина в доме сердца. Смотрите, а сердце у нас в доме лисы. Разговор о том, что... ну, вот мужчина такой, что любит создавать треугольники, но привязан к семье. Привязан к семье. Ему нравятся тайные переписочки. Ему нравится... поднимать свой статус, самореализацию как-то за счет отношений с другими женщинами. Далеки они друг от друга, но смотрите, они пересекаются на карте дерева и на карте рыбы. И их связывает материальное благополучие, которое они уже обрели, видимо, давно в браке. И это люди судьбоносные друг для друга. Мужчина, вот, конечно же, много врет. Вы, те, кто меня смотрит, вот карта дама выпадает самый последний, выпадает в доме креста. Разговор о том, что по большому счету не буду мудрствовать лукаво, а крест у нас в доме якоря. Рано или поздно на вас, так скажем, вы в этих отношениях поставите крест, да? В вашем доме карта коса, то есть вы все-таки примете решение выйти из любовного треугольника. Вот оно, примете решение, да? Возможно, после встречи с этой соперницей, потому что в доме ключа карта всадника, в доме всадника у нас карта змея. То есть всего скорее вы выберете себя в данной ситуации, потому что над вами, смотрите, карта тучи, карта леса. Каждый раз, когда этот человек идет с вами на примирение и говорит о своей любви, он каждый раз вам лжет, потому что считает, что он искренне верит в то, что должен давать вам какую-то надежду ради того, чтобы продолжались эти отношения, да? Но смотрите, вы с ним пересекаетесь на карте тучи и на карте всадника. То есть принять решение о каком-то новом статусе отношений, да, которое всех устроит. Новый статус отношений у нас карта ключ в доме ребенка, а сам ребенок в доме солнца – это страсть. То есть вас друг другу только страсть ведет. Смотрите, здесь сердце в доме лисы. И разговор о том, что в любви мужчина обманывает и ту женщину, и вас непосредственно. Но так как эта женщина, в принципе, является для него судьбоносной, они с ней уже давно в отношениях, они являются супругами, они останутся вместе, понимаете? У мужчины в ногах
карта всадника, то есть, а в доме всадника, напоминаю, у нас змея, то есть мужчина все-таки в ногах – это действие героя, да? То, что впереди – это, возможно, будущее, то, что над картой героя – это мысли. А тут происходит трансформация, мужчина осознает ценность вашей соперницы через то понимание, как вы себя поднесете, да? Вот смотрите, сейчас расшифрую. Тут вы, пытаясь навести мосты и как бы выдохнувшись на этой дистанции, да, вот в закатный период обязательно, конечно же, мы смотрим, как бы выдохнувшись на этой дистанции, вы сделаете выбор в пользу себя. Вы скажете: все, с меня хватит, я устала, я иду в новое. У вас нет будущего, видите, впереди вашей карты нет ничего. У него тут вот такое будущее, семья, он связан с семьей, у него тут какие-то от вас будут еще негативные послания, вы тут что-то ему будете, стращалки какие-то, но недолго. Возможно, вам захочется высказать свою обиду для того, чтобы как-то реабилитироваться, но вы в загадный период четко решите поставить крест на этих отношениях, причем навсегда. Несмотря на то, что мужчина будет вас все-таки пытаться уговорить остаться в этих отношениях, но помните, моя хорошая, он все равно вам всегда будет лгать. Он всегда будет лгать. Он будет давать вам надежду через свою страсть, да, зацеловывая, обнимая, в надежде на то, что вы растаете и опять примете решение в пользу того, чтобы остаться с ним именно в том статусе, в каком есть ваши отношения сейчас. Но, напоминаю, змея у нас вышла все-таки первая карта, и змея у него в ногах. То есть он все равно, видите, прям топ-топ-топ, он идет к ней. Пусть и через крысы рядом, карта любовного треугольника рядом, пусть и через какие-то обманы, пусть через какие-то... Ну, жизнь – это школа, и каждый проходит свой урок. У данного мужчины урок научиться выбирать и научиться ценить. И вот именно когда вы ему обозначите свою ценность, то есть вы скажете: все, мы с тобой были какой-то период счастливы, у нас все было хорошо, но не получилось, я должна уйти. У нас нет будущего, видите, у вас нет будущего. Да, через слезы всего скорее вы будете выходить из этих отношений, но поверьте, это будет вам во благо. Я даже, знаете что, я сейчас возьму еще одну колоду и немножко забегу вперед по поводу этого общего расклада. Посмотрю, вот как сейчас для тех, кто меня смотрит, а сами знаете, все случайности не случайны. И те, кто меня смотрит, смотрят сейчас не случайно. Им этот расклад нужен для того, чтобы понять, что происходит. Посмотрим, будет ли у вас после этого загаданного периода партнер. Да, может быть, именно для этого вы будете принимать решение поставить крест в этих отношениях, выйти, перестать быть одной из сторон этого треугольника. Будет ли партнер у девочки, которая меня смотрит, после того, как она закроет этот любовный треугольник и выйдет из него? Появится ли партнер у той девочки, женщины, которая меня смотрит, после того, как она выйдет из треугольника и закроет эти отношения? Давайте смотреть. Ох, даже не ходи к гадалке. А, ну хотя бы пришли к гадалке. Карта медведь. Мои хорошие, издалека на дне колоды, не буду углубляться, мне еще тут над большим раскладом вообще долго можно сидеть. Издалека, из-за горы, да, откуда-то появится, с расстояния мужчина серьезный, солидный, со статусом, щедрый, умеющий заботиться. Мужчина, который вас оценит. Мужчина, который идет к вам как награда после всех страданий. Это я забежала вперед и так немножечко как-то вот, чтобы вас поддержать. Давайте теперь смотреть, что же, несмотря на то, что мужчина душой своей близок к вам, но, напоминаю, рыбы – это деньги, да, у них тут идет, может быть, у них совместный бизнес, кстати, может быть, какие-то очень крепко пара завязана на каких-то материальных, может быть, очень большие вложения совместные, ипотека там, все дела, да, эти люди останутся все равно. Им нужно допроходить, останутся вместе, не сказала, им нужно допроходить свой урок. Я
кстати, хочу сказать, что соперница женщина неплохая, так что вы его оставляете в надежных руках. Она, смотрите, какие у нее карты впереди хорошие, да? И напомню, а у вас нет ничего впереди хорошего с ним, да? То есть оставляем этот подарок небес в виде этого мужчины, у которого рядом и птицы, и крысы, и эту гора, тут все что угодно, да? Оставляем ей, пусть она дорабатывает свои кармические долги с ним, пусть они друг друга осознают ценность друг друга, а вы идете в новое, вас ждет новый партнер. Как еще проверять, я, конечно, сейчас кратко говорю, чтобы много не отнимать вашего внимания, как еще проверять большой расклад? Подтвердить либо опровергнуть ту информацию, которую только что сказала. Расклад можно сложить вот так вот пополам, как книжечку, можно вот так вот пополам, как книжечку, и смотреть, кто куда падает, да. Кстати, забыла сказать, вы пересекаетесь на карте дом с соперницей. Дом у нас в доме букета. То есть вы обе хотели, будете, вернее, хотеть, простите, на будущий расклад, будете хотеть искренне дарить тепло, истинную женскую энергию, истинную себя в совместный дом. Но, к сожалению, этот совместный дом с этим мужчиной у вас отсутствует. Он только в ваших мыслях, видите, эти карты над вами. И эти мысли, когда леса и тучи выпадают вместе, это самообман. Прекращайте себя обманывать, начинайте себя любить. Потому что соперница остается в своем доме на сильном положении. Она будет, у нее тут какой-то период краткий, когда она тоже будет подумывать выйти из этих отношений, но примет решение о том, что нужно их проработать. И она, кстати, будет права. А далее, что я вам хочу сказать? По поводу того, как складывать расклад и как проверять либо опровергать ту информацию, которая была сказана ранее. Давайте складывать вот так и смотреть, кто куда падает. Змея у нас падает на карту звезды, да? А в доме звезд у нас карта якорь. То есть эта женщина, якорь это заикарица, мечтает быть с этим мужчиной и реализовать все свои планы, все свои мечты, которые у нее есть и у него есть. У них есть совместные планы. Поверьте, они неплохие. А тут в ногах у соперницы вашей карта сад и карта рыбы. То есть рыбы, я уже говорила, это деньги, а карта сад это приятное общение. То есть женщина тоже проходит трансформацию. Женщина тоже будет улучшать себя путем развития своей осознанности. Вы у меня падаете на карту дом. И это уже, я говорила, идет через иллюзию о том, что вы мечтали с этим человеком быть в браке и иметь общую крышу над головой. На что у нас падает наш красавец-мужчина? Он падает на карту башня. Тот мужчина, знаете, даже получается, что он какую-то обособленную позицию занимает. Вот, знаете, вот сразу из потока идет мысль: я царь зверей, да, я самый главный, потому что башня у нас в доме медведя. То есть мужчине, с одной стороны, льстит то, что две женщины готовы искренне вкладываться в отношения с ним, да, и вот его чуть-чуть, да какое чуть-чуть, да совсем не беспокоит то, что он обоим причиняет боль своим отсутствием, по большому счету. Видите, он и от нее далеко, он от нее очень далеко, он ближе к вам. Но эта мысль вас не будет радовать, потому что тут вы все равно отношения будете закрывать. Мужчина почему-то чувствует себя в отношениях с вашей соперницей каким-то одиноким, да? И вы знаете, это всего скорее по причине завышенных требований. Он не умеет быть благодарным, к сожалению. Он умеет любить, но не умеет быть благодарным. И ему этот урок с вашей соперницей нужно пройти. Теперь давайте вот так вот складывать, да? То есть змея у нас падает на карту дом, она у нас остается в доме, да, с радостью, с новыми каким-то, с выходом отношений на новый статус. У них будут претерпевать отношения после загадного периода. Новый этап любви, так скажем, да. Вы у меня падаете на карту звезды. Вы еще тут будете продолжать мечтать и думать об этом человеке какое-то время. Но, к сожалению, через косу в вашем доме карта коса – это карта разрыва. На что красавец у нас падает? На карту гора.
Вы знаете, карта Кара, она находится в доме дорог. И разговор о том, что у мужчины закрыты дороги и к вам, и к ней до тех пор, пока он не осознает, что ему нужно учиться благодарить, да? Что ему нужно учиться делать правильный выбор, что ему нужно быть, ну, настоящим в любви. Не просто вот там давать надежду и через это реализовывать себя, как-то свою самооценку поднимать, а именно осознавать ценность партнерши. Понимаете? И вот тут через боль, видите, наискосок мы смотрим, мужчина, будут у него мысли, я не знаю, будет это тешить ваше самолюбие или нет, будут мысли у него тоже как бы выйти из этих отношений, и даже когда он вам будет обещать, он будет искренне верить, что подожди, я вот ей все объясню, мы воссоединимся, он сам будет в это искренне верить. Но смотрите, в доме дорог у него карта гора, разговор о том, что гора пересекается со змеей у нас на карте собака и на карте рыбы. То есть он крепко-накрепко повязан с вашей соперницей и никогда оттуда не уйдет. Он как бы закрыт в этих отношениях для того, чтобы проработать свои определенные уроки. Ну и плюс, конечно, мужчина, ну, у нас любвеобильный тут альфа-самец прям какой-то пришел. Вот. И напоминаю еще раз, мои хорошие, вы с ним пересекаетесь на карте тучи. Да? То есть, по сути, тучи это не только слезы, это не только неприятности, которые, в принципе, быстро проходят. Тучи это позиция прошлого. То есть ваши отношения с ним уходят в прошлое. Они становятся просто воспоминанием. Мужчина, кстати, по карте Луна в доме птиц, в доме любовного треугольника любит морочить голову. Они становятся воспоминанием, вот эти отношения, и вы идете у меня в светлое будущее с новым партнером, которого вам Вселенная обязательно даст, когда вы проработаете свою ценность, когда вы поймете, что нельзя себе позволять находиться в любовном треугольнике, потому что вы таким образом Вселенной показываете, что вы себя не любите, вы готовы делить себя, отдавать себя безвозмездно, а все, что безвозмездно, все ведет к опустошению, понимаете? Все должно быть в энергообмене, во всем должен быть баланс. Если вы что-то дали мужчине, он вам тоже что-то должен дать. И здесь дело словом не заменишь, а мужчина только слова может говорить. И всегда, девчонки, говорю, всегда говорю, будьте наблюдателями в отношениях, если у вас реально очень сложные отношения, становитесь на позицию наблюдателя, на то, как мужчина себя ведет, как он пытается вас радовать, что он пытается для вас именно делать. Нравится поведение мужчины, нравятся его поступки, важно поступки, нравятся его поступки, берем. Не нравится, чувствуете уже мутности какие-то пошли, непонятности, выходим из отношений, выбираем себя, не тратим свое время, ищем нового партнера, не ищем, а ожидаем, потому что, как правило, после таких серьезных страданий, которые доставляют либо женщине, либо мужчине вот очень сильную душевную боль, а Вселенная, если проработана эта боль правильно, обязательно одарит вас плюшками, ватрушками всевозможными, обязательно все будет хорошо. Это нужно знать. Это будет означать, что урок пройден, усвоен, и вы получили оценку 5. Чего я вам всем искренне желаю. Но знаете, что еще я хочу посмотреть? Я еще хочу посмотреть потенциал их отношений. Беру колоду Таро и потенциал их отношений в будущем, чтобы вы окончательно успокоились. Потенциал отношений в будущем вашего загадного человека и вашей соперницы. Потенциал отношений в будущем вашего загаданного человека и вашей соперницы. Что у них в потенциале? Вы смотрите, карта Рыцарь Пентаклей. Мужчина собрался ценить то, что у него есть. Да? То есть вы понимаете, тут получается ситуация какая? За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, и он понимает, что в виде вас одного зайца он уже упускает. И чтобы не потерять второго, потому что там тоже отдаление будет, он будет начнет вкладываться, он начнет ценить ту женщину и стараться что-то для нее делать, для ее блага, для ее. Недаром они здесь на карте рыбка пересекаются. Ну, он будет нести
какие-то, знаете, материальные блага в дом для нее, чтобы, ну, может быть, загладить свою вину. Я вам искренне желаю разобраться в ситуации, я вам искренне желаю оценить и пожалеть себя, именно в том плане, что полюбить себя, не просто пожалеть, какая я несчастна, а именно какая я ценная в этом мире. Я себя люблю, обожаю, такие отношения недостойны меня. Я перестаю себя уважать, я опустошаю такими отношениями, поэтому я из них выхожу, и у меня в жизни после этого начнется новый этап.